Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и сегодня в видео несколько акций по криптовалютам, которые объявил Binance. Значит, первое — это у нас криптовалюта DAR. Мы можем получить бесплатно монетки, а листинг DAR у нас начнется 4 ноября в 8 часов по UTC, это в 11 по московскому времени утра. И будет торговые пары с биткоином, BNB, BUSD, USDT. Для того, чтобы участвовать в этой акции, нужна полная верификация. И можно использовать криптовалюты BNB и BUSD. Нужно будет их стейкить с сегодняшнего числа, с 3 часов ночи, и до 27 ноября, то есть практически целый месяц. В условиях говорится, что снимки балансов пользователей будут выполняться каждый час для вас расчета вознаграждений. И потом будет в конце периода фарма перешлют все монеты и BNB и все на спотовый счет. Ну и как вы видите, получается выгоднее хранить в BNB, потому что 80% будет вознаграждение, и в BUSD 20% вознаграждения. Тут говорится, что вы свободно можете потом эти BNB и BUSD возвращать в любое время, и все, которые уже у вас получены токены DAR, тоже у вас будут в виде вознаграждения сохраняться. А теперь посмотрим, что для этого нужно сделать в самой программе в Binance. Итак, для того, чтобы застейкить BNB или BUSD, нам нужно нажать вот сюда на синенькую кнопочку, и у нас открывается страничка, где показано, что до листинга осталось 5 дней и есть время для фарминга. То есть кто хочет, может себе получить бесплатно эти монеты перед листингом. Вот BUSD можно выбрать. Ну и для того, чтобы их стейкить, нужно их купить и стейкить. А тут внизу будет написано, сколько у вас накопилось DAR. И потом нажимаем желтенькую вот эту claim, и у нас получается забираем этот DAR. Ну, хотя бы 5 дней у вас есть, чтобы какую-то сумму накопить. Вообще, эта акция будет действовать месяц. Ну, а получается, криптовалюта DAR — это криптовалюта игры, в которой игроки могут коллекционировать разные предметы. И тут дальше показано, какая стоимость, планируется сколько выпуск этих DAR и всякие скрины с игры. В общем, все, что можно будет получать. Также владельцы этой крипты смогут голосовать при там изменении политики игры. Вот, ну и тут у них план роста и расписание до 27 года, когда NFT будут создавать и продавать в четвертом квартале этого года. И так по годам. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Пока-пока.